ребятушки, у нас тут недобиток. Нужно найти Оливию Пирс. В предыдущем видео мы с вами натворили дел. В сегодняшнем видео мы делом творим столько, что предыдущая серия покажется просто каким-то детским садом. Господи, какая охеренная игра. Однако, здравствуйте. Ревенант! Мать твою! Как же ты меня неплохо поприветствовал, я прям вижу это. Я это заметил. У меня тоже есть ракеты, мать твою. На, получи. Ревенант, успокойся. Наш первый ревенант размочен. Ревенанты — это солдаты ОАК, превращенные в демонических бойцов при помощи кибернетических имплантантов и воздействия волн лазера? Трансформация начинается с живления в... каждое плечо пациента — многозарядные ракетные батареи МРБ. Эти батареи подключаются к заряженному аргент энергии биологическому чипу, вживленному в... Господи, просто скелет с ракетницами. Кому какая разница? О, я тебя вижу, я приду за тобой. Похоже, что на новом уровне какая-то абсолютно тортибельная музыка. Господи, что я несу вообще? Здорово. Надо бежать. Херовое место. Надо сваливать. Здесь реально жестюля. Пошел нахер. О! Однако, здравствуйте, меня распилило напополам. Хорошо, очень сегодня. Сюда жизни вернись, сука! Здорово! Спасибо за жизни! Господи, как эта игра педалит? Это ты там начинаешь вот это вот, да? Демоническое присутствие ликвидировано. Сейчас ты тоже будешь ликвидирован, если будешь так меня бесить. Хорошо. Агент башни или агент индуктор была построена в 2127 году на основе прототипа, разработанного командой Хайвер. Это главное достижение ОАК. Я тебя понял. Тут у нас женщины, я смотрю, были. Сурово. Займитесь благим делом. Что тут еще? О, отлично. Замечательно. Ну-ка, давай. Аргент башня. Став приверженцами второй ступени, вы уже доказали свою преданность ценностям ОАК. Аргент башня — это монумент в честь этой преданности, центр нашей вселенной, наша триумфальная арка, врата, открывающие путь в будущее. И поэтому к ней нужно относиться с благоговением и почтением, словно это ваше собственное дитя. Это вам, приверженцы второй ступени, поручается следить за тем, чтобы наш алтарь будущего работал бесперебойно. Что бы вы ни делали, будь это чистка или энергофильтров, составление смеси плазматических фракций или просто смазка гермозатворов, работайте как профессионал, понятно? Так, нам туда. Нет, нам... О! Я чувствую, сейчас мы будем прыгать заметно лучше. Двойной прыжок. Агент энергии, займитесь благим делом. Слушай. Ну-ка, дай почитать-то. Вот так. Ну-ка. Не то чтобы оно пипец как нам помогает, но чуть-чуть помогает. Увеличивает количество боеприпасов. Ну давай, а что там надо убить из супер дробовика 30 безвольных за отведенное время? Сейчас сделаем, сейчас все будет.
Не знаю, испытания на самом деле тоже довольно интересные. Но и такие, то есть на прохождение, чисто на затягивание геймплея, но и забавные. Где вы? Ребята! Где вы теперь-то есть? Стой, жить! Стой-то не облажаться. Давай! Хорошо. Бодрит? Не знаю, как игра бодрит. Это просто пипец какой-то. Сейчас кого-нибудь убьем, мозги по стенкам, кишочки кругом будут летать. Ой, наслажди. Самое главное, что это круто, что у нас двойной прыжок теперь есть. Бронька. Можно мне такую машину? Я бы поехал домой. Прикинь, клевая тачка. Так, хорошо, у нас бензопила есть, не стоит про это забывать. Она, как правило, бывает полезна, как правило. Так, а здесь смотри, здесь что-то есть. Ну-ка, стой. Вот так. И тут что-то есть. Здесь, на самом деле, сюда очень легко забраться. А сюда? Здесь тоже, я думаю, что-то можно надобить. Но я пока не знаю, где. Поэтому давайте тут походим. А, вот, смотри, там вижу много ништяков. Так, ясно с вами все. Что за звуки? Слушай, это, по-моему... Это показывает, что где-то поблизости секрет. Нет? Да. Я думаю, что это надо повыше немного пройти. Тогда будет дело. А! О, господи. Уперся в стенку лбом. Ну, бывает такое, нет? Скажи. Хорошо, немножечко отдохнем мозгом после того, что было. Давай, не упендривайся. Секрет, я думаю, где-то тут его, нет? А вот и ты. Хорошо, спасибо. Это нам определенно пригодится. Ясно, понятно. Я думаю, нам нужно еще немножечко боезапаса. Буквально, хотя нет, здоровье. Здоровье сейчас важнее. Пока что я очки улучшения оружия не прокачиваю, потому что мне нужно... найти улучшение именно для своей двустволочки, потому что двустволочка — это оружие, с которым я чувствую, я пройду эту игру. Мать твою, да что ж со мной сегодня такое? Вообще не обращайте внимания, сейчас ничего не было на самом деле. Я не знаю, что за день. Что за, мать его, день? Вчера я вот, в принципе, был упоротый, но у меня и то лучше получалось, чем сегодня. А позавчера я был богоподобен. Но это было позавчера. Ой, так, туда наверх нам вроде как больше не нужно идти. Давай, короче, отсюда пойдем, посмотрим, что у нас здесь есть. Отсюда мы не запрыгиваем, отсюда мы не едем. Так, труба смерти, погнали. Не, отсюда мы не пройдем, слушай. Давай лучше как-нибудь так. И отсюда мы, в принципе, можем... Ого. Все, хватит стопорить, погнали. Что-то мы подзастряли, да, на этот небольшой локас. Ну а крутая, скажи, круто проработано вообще. Интересно, осматривайся. Я здесь вообще пока что плохих уровней не видел. Единственное, но вот эти вот участки с открытой землей, они хуже, чем участки с коридорами. Там прям вообще эпик творится. Эта игра все-таки, она про бой в закрытых помещениях, в узком ограниченном пространстве.
на мой конкретно взгляд. Ну, там что-то есть. Что-то есть, я что-то... Да, твою мать. Я сегодня понападаю, походу. Да. Короче, как, ребят, делаю вид, что вообще ничего не было. Даже если на самом деле что-то и было, то вы сейчас должны сделать вид, что не было вообще ничего. Ну, просто потому, что из вежливости, там, я не знаю, или для того, чтобы потом спать спокойно, потому что иначе я найду вас. Я же вас найду. Я уже слышу вот это вот. Ага, понятно. Так, хорошо, мне нужно тебя. Ау. Прощай. Прощай. Ясно. Так, я могу... Я понял тебя. Ты еще живой? Зря. Еще где-то есть. Прощай. Да, господи, сколько здесь? Импятина. Так, я могу двигаться... Чуть не упал. Вперед, я туда? Я туда могу пройти? Я хочу туда. Ау. Все. Не останавливаемся, идем вперед. Не знаю зачем. Прощай. Ох, мать твоя. Сколько мелочи пузатой. Здесь перехватывать, кстати, удары можно вражеские, по-моему. Типа репостов. Это реально круто. Так, не надо, вот не удумаю. Фух, куда-то я попал. Я на самом деле хотел туда вперед пойти, а в итоге пришел сюда. Пипец, на этой локации столько ходов всяких. Что-то как-то прямо офигеть. О, начинается. Так, ну-ка, стой. Я думаю, что тебе нужно кое-что подарить. Ракету! Режи еще одну. Пошел нахрен. Приперлось оно. Бежим. Не бежим. Надо посмотреть, что еще тут есть. Берем ракетницу, берем шотган. Супер шотган. Показалось, что это секретик. Это не секретик. Но в итоге примерно туда же мы и идем. Так, должно было получиться. Вот теперь получилось точно. Еще? Я думаю, еще. О, начинается, походу, уже. Так, погодь. Я тебя боюсь, ты конченый, слегка только. Дружок? Дружок, ты где? Не ракетница. Держи, родной, держи. Фух, очко улучшения оружия. Вот, наконец-то, вот оно, то, что нам нужно. Секрет нашли между тем. Хорошо. Слушай, я на двустволку не могу ничего сделать, серьезно? А получается, я правую кнопку не пробовал, получается, правая кнопка это... Это что? Термоудар. Ага, глушилка. Ну давай попробуем. Я не знаю, на самом деле оно мне не сильно нужно все. Глушилка в этой модификации множественной плазмоиды собираются в один импульс. Получившийся импульс превышает предел Франхайзера, создавая последовательность токов Биркеланда. О, как оно. Сложно. Ревенант. Про Ревенанта мы же уже читали. Ревенант 2. Операция по имплантации МРБ проводится без анестезии на умирающем пациенте. Жесть. Необходимо, чтобы перед смертью нервная система пациента успела распознать аугментации. Как только связь с имплантами установлена, пациент несколько раз подряд подвергается воздействию волны лазера.
Это вызывает его смерть и превращение в ревенанта. Как и одержимый, солдаты-ревенанты демонстрируют владение продвинутыми тактическими навыками, среди которых огненная огневая поддержка, вертикальное маневрирование. Короче, крутые парни. Так, а правая кнопка? На самом деле правая кнопка — это не дуплет. Странно. На таких локациях лучше ходить медленно, да, ты успеешь все заметить. А потом, когда бой начинается, надо ускоряться. Так, нам вообще туда, мы как-то пройдем, нет? По идее, нам вон туда, походу. А что тут? О, это хорошо, спасибо. Вы взорвали путь к башне, вы реально надеетесь, что это нас остановит? Так, серьезно. Только что, перед тем, как прыгнуть за долю секунды, я услышал пиканье. Я бы такой, что даже вернулся в результате, потому что это означает, что где-то там секрет. Ну ладно, не буду вас задерживать, ребята. Слушайте, а я же не долечу. Нет, я долечу. С тобой стало? Она несет аргент-аккумулятор. С его помощью она попробует вручную открыть портал в ад. Хотя аргент-башня не работает, связь с их измерением еще существует. Мы в огромной опасности, доктор Хайден. Надо успеть. Только сначала посмотрим, есть ли тут секретики. Как обычно. Конечно же, есть. Я тебе реально говорю, эта игра очень сильно напоминает мне Dark Souls. Вот реально, очень сильно напоминает. Это меня безумно радует. Не могу, правда, объяснить чем, но какое-то что-то в геймплее есть подобное. Хорошо, у меня есть один интересный вопрос. Как мне вернуться обратно? Аккуратно ходим, делаем вид, что так и хотели. И вроде как у нас получается, да? А, так-то мы можем забраться, в принципе. Ага, ну понял, ладно. Хорошо. Ты давай только не падай еще вот это вот. Ладно, пойдем эту лысую тварь искать. Так, ничего нет вроде. Мне бы фонарик. Хоть чуть-чуть. Женщины, я пришел вам кишка рвать. Дайте мне кого-нибудь злобного. Уехала. Здравствуйте и добро пожаловать в ОАХА, где расположена патентованная система фильтрации аргент-энергии, разработанная доктором Аними Пирс. Мы – единственная корпорация, владеющая этой энергией. Мы способны преобразовывать чистую энергию ада в управляемую аргент-энергию. Получаемая энергия питает этот комплекс, а аргент-башня передает ее по всей Солнечной системе, позволяя всем обитателям Земли и близлежащих колоний жить беззаботной и продуктивной жизнью. Но одним мы не справимся. Нам нужна команда. Призыватель 2. Проекту Лазарь удалось получить несколько демонов-призывателей живыми. Это потребовало тщательной подготовки, поскольку попавшие в ловушки призыватели спускают многочисленные волны аргент-энергии. Чтобы предотвратить это, необходимо постоянно вытягивать из него энергию ада, пока он не лишился сил. Анатомия призывателя свидетельствует, что это значительно эволюционировавший имп. Вот оно чё. Я примерно так и думал. Ну, когда нам написали, что имп — это ранняя версия призывателя. Кого-то слышу. А ну вылазь. Вас там много? Пока никого.
давай, ну так. Пока квад, мне нужно... Пойди хер с ним. Мне нужен враг посильнее, пока есть квад. На, тварь. Все, нет больше. Нет тебя призывать. Еще одна тварь. Как же ты орешь? Где-то там есть-то, ну господи. Стоим, живем. Стоим, живем. Мать, перемать. Тихо. Куда она подевалась? Где-то есть погонь, сдохни ты уже. Майк, не то. Не-не-не-не-не. Ливия, я иду за тобой. Ты и я. Ты и я. Так, я думаю, тут снизу тоже можно найти что-нибудь интересное. Где-нибудь здесь. Либо наверх, наоборот. Одно из двух. Неважно. Как мы? Как мы? М? Скажи. Кто-то там рычит снизу. Хорошо, раз там кто-то снизу рычит, может там кто-то снизу есть? Видимо, нет. Что-то все поломал я. Опять поломал. Жестокая тема. Так, спасибо. Так. Мне нужно за ней бежать. Видимо. Я потому что хер его знает, куда я упал в итоге. Но я упал. Так, вниз падать вроде не стоит. Да бери ты, господи, ну чё ты? Мне в чекпоинт. Мне в чекпоинт. Претарианский жетон. Может прокачать себе немного, это у меня уже 4 очка. Эффективность усиления. Нет. Система снаряжения. Ловкость. Я думаю, это будет неплохо. Ловкость-то. Быстрее хватайтесь за уступы. Почему бы нет? Почему бы нет? Пока не хватает. Энергия 2. Аргент энергия производится путем нейтронной активации аргент плазмы, особой материи, открытой для исследования Марса. При исследовании Марса. Это запускает экзотермическую реакцию, в ходе которой плазма разогревается до температуры, превышающей все теоретические пределы. Ясно.
Я думаю, сейчас будет такое дерьмо. Не зря же нам ракетницу дают. Ага, походу так. Все дороги ведут в Рим. Ну, ладно. Давай попробуем нажать кнопку. Вентиляционный воин дома. Пердушка, ты... Безопасный уровень демонического присутствия. Начинается блокировка. Ох, сейчас начнется, я уже вижу. Это кто там такой умный? Япона мать, там что прется-то? Мама! Это чё за дичь? Давай, 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 пошёл, пошёл! 73! Иди сюда, сучий потрох. Рано, рано. Ошибка большая, большая ошибка. Отлично. Пошел нахер. Кто там есть? Барон пришел, что ли? Нахер таких баронов. Давай, давай. О нет, только не ты, только не тут. Да, япона мать. Там еще этот пришел, да? Тот, кого, короче, нельзя называть по имени, потому что он мудак. Где вы, мать вашу? Кто-то кого-то убил. Они там между собой месяцы, смотри. Смотри. Вот жесть. Немного тебя поконтрим. Отлично. Все, полетай теперь, полетай, мудак. Добивай! Ладно, уже добил. Нормально. Так, вот так. И вот так. Иди сюда. Ты думал, ты от меня уйдешь? Маленькая погонь. Господи, как орет музыка, как это охеренно. Где-то кто-то еще есть. Меня это не сильно пашет. Потому что я сам все еще есть. А! Демоническое присутствие ликвидировано. Это было хорошо. Я как будто прям, я не знаю. Амаха Бич, Сталинград. Так, немного брони. Пришел я оттуда. И я так понимаю, сейчас буду подниматься наверх. Если тут внизу такая жесть, что там наверху вообще происходит?
Бит, поехали. Нет, надо взять. И все-таки... Все надо взять. Сюда я все-таки не достаю. Зато я достаю сюда. Я ее все-таки возьму. Просто вот возьму и возьму. Да, отлично. Хорошо, хорошо. Так, лифт уже типа уехал. Угу. Соответственно, туда на этом поехал. Что за музыка заиграла? Никого же нет. Блин, там тоже что-то хорошее. А, я вас понял. Это будет долгий подъем, я уже вижу. Можно по этой штуке перепрыгнуть туда, но какой в этом смысл? Я лучше дождусь. Я не так спешу. Я сейчас убьюсь, если где-нибудь, если я не прощу. О, спасибо. Спасибо. Там меня явно ждет, судя по музыке. Так, я туда пришел вообще, нет? Что за звуки? Слушай, у меня ощущение, что я куда-то не туда пришел. И мне при этом слегка страшно. Что это? Они реально надо мной. Они там, короче, они хотят моей смерти. Давай убьемся еще, давай убьемся. Почему бы и нет, верно? Давай убьемся. Да, попробуем просто подняться доверху. Может, я что-то увижу. В прошлый раз я с места в карьер сорвался. Судя по показаниям, которые я считываю с аккумулятора, вы приближаетесь к вершине аргент-комплекса. Ну да. Если она вскроет этот аккумулятор рядом с аргент-лучом, то откроет портал в Бьернадо. И закрыть его мы уже не сможем. Предложение конкретное есть? Да не падает, господи. Что-то у меня с прыжками, короче. Прыжковый модуль сломался. Чё, прыжок? Прыжок веры? Мне кажется, это не очень хороший звук. И еще мне кажется почему-то, что сейчас такая здоровенная пня выйдет. Оно еще и фигачит. Господи, куда я лезу? О! И надолго ли это? Ясно. И сейчас уберется, да? Типа я так бы, наверное, смог дотянуться, что-то рисковать не сильно хочется. Он оттуда я не пройду? Я никак. А почему у меня приседание стоит как... О, сейчас начнется. Пошел нахрен. Я думаю, что здесь призыватель. От него здесь воняет. Нахрен пойдешь, да? Привет, Алтушка. Пол нет просто. Я практически уверен, что здесь еще кто-то есть. Конченый. Ты уже не сильно пугаешь, ты устарел. Спокойно. Откуда? Откройте дверь. Я вас понял. Так, мне нужен легкий подхил. Вот такой легкий, на кончиках пальцев. Да нет же, господи.
слишком много дерьма летает. Ну? Да вы чё? Да свалить его нахер, все хором. Сломано нахер. Все, вы сдались. После каждой битвы здесь такой, сидишь, утираясь кровавыми соплями такой. Да. Хорошо, нам походу куда-то наверх, нет? А-а-а. Так, ну отсюда я не поднимусь. Хотя могу попробовать по этой, но черт его знает на самом деле. Черт его знает. О, спасибо, вот это вот, спасибо. Немного брони нам не помешает тоже. Индит. Индит Мелина. Э? Показалось. Ты хочешь меня уколоть? Дорога в ад вымощена. Рот закрой. Ладно, мы тут походу больше не вернемся. Хотя, я так понимаю, что Оливия здесь прошла, нажала эту кнопку, да? Ну, лифт он снизу. Давай. Туман. Вот и в этих пол. Хорошо, как мне попасть туда? Вот это меня сейчас интересует больше всего. Там и зверин стоит, он мне сейчас не нужен, как бы. Надо было его раньше использовать, а я его только увидел. О, во! Я вижу. Я тебя вижу, все нормально. Слушай, а около меня такой же нет? Есть. Вот так вот. Понял. Неуязвимость. Очень вовремя. Так, а ты ко мне... Ага. Ну ладно. Я ненавижу прыжковые упражнения, как ты знаешь. И я бы не хотел здесь воевать. Вот здесь точно не хотел бы. Эй! Мне вроде как на эту штуку из нее туда, да? Знаете чё? Я сейчас подстрахуюсь немного. Вот так вот. Давай вставляй свой пестик в тычинку и будем делать дела. Давай. Молодец. Господи, куда я лезу? Это уже просто не смешно. Как-то нужно попасть на эту штуку. Как и зачем, пока не понял. Ну зачем понял, но как? Ясно. Не светит.
А, о! Сотни метров осталось. А, полезло, полезло там. Но. Нахер пошел. Куда дальше? Сюда, я вас понял. Смотри. Этажом ошибся, мудак. О, very good. Кто-нибудь посерьезнее есть? Вот, одного вижу. Вон там говнюк идет главный. Ладно, давай убьем, чё уж нет-то. О, так, сейчас погодь, родная, погодь. Ты живой еще? Да как ты смеешь? Я разметаю тебя просто... Просто вообще, просто разметаю. Так, это лифт все ехал и ехал. Угу. Кстати, импы здесь звучат как импы. Фу. Логика, я понимаю, но да. Не то. Ну ладно, ладно, сдохните все. Охереть, порвался. Очко улучшения, я знаю про тебя. Хватит мне про себя напоминать. Всему свое время. А я не могу как-нибудь по стенкам там заигачить, нет? Нет. Так, мне сейчас нужно следующее. Плазмоган и дробовик. Вот, да. Теперь мне нужно понять. Я все понял уже, в принципе-то. Спасибо. Это мне явно пригодится. А мне вот интересно, вы уезжать никуда не собираетесь, да? Просто, в моем понимании, мы в своеобразном тупике и не знаем, куда идти дальше. Хотя нет, вроде знаю. Ты не помешаешь мне взять то, что мое по праву! Смотрите, говорящая жопа. Далековато падать. Ага. И теперь мы можем попасть туда. Ок. Хватай плазмоган. Хватай. Хочешь? Как хочешь. Голограмма. Нажмите таб для просмотра. Старинный образец технологии сегодня эффективен так же, как и во времена его изобретения в начале 21 века. Голокастер выпускает невидимое облако ионизированного аргона, которое затем создает камерой... Господи, используется камера для проецирования изображения. Преломленный свет создает над устройством голографический эффект. Вот оно что. Хорошо, хорошо. А как мне его поставить себе? Ну, у меня как бы он гранаты есть, а как я на голову переключаю? Ладно, по ходу дела разберемся. Я думаю, там сейчас будет мясо, готовьтесь. Реально страшное мясо. Приветствуем Муака. Мы открываем врата ада ключом к будущему. Открывайте, открывайте. Открыли уже, я посмотрю. 63 тысячи человек погибло. Ох, мудаки. Дайте мне врага позлее, да побольше. И я буду счастлив.
символы эти. Здесь наверняка должна быть какая-то запись, которую я пока не вижу. Ладно, не вижу, ладно. Это не конец! О, жесть! Чё ж ты, дура, наделала-то, ну? А ты, мелочь, откуда взялся? Что-то не очень хорошо все пошло. По крайней мере, пока. Я не про себя говорю, на самом деле. Да там пипец уже. Куда ты подевался? Я тебя убил, что ли? Да вроде нет. Да постой ты, господи, хватит от меня бегать.